В Беларуси утвержден государственный знак качества. Соответствующий указ номер 21 подписал сегодня глава государства Александр Лукашенко. Документ утверждает изображение и описание знака качества. Он представляет собой красный пятиугольник, в центре которого стилизованная перевернутая буква «К» и надпись «Беларусь». Пять углов знака символизируют качество белорусской продукции, достигаемое сочетанием пяти показателей производства – безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности. Напомним, разговор по поводу того, каким должен быть белорусский знак качества, проходил на совещании президента 5 января. При его разработке за основу был взят знак качества, который присваивался во времена Советского Союза. Известно, что порядок присвоения государственного знака качества и перечень стимулирующих льгот и преференций, предоставляемых производителям при его присвоении, будет определен правительством. К слову, утвержден республиканский план мероприятий по проведению года качества. Предусмотрено 69 мероприятий, направленных на укрепление экономического потенциала страны и обеспечение качественных показателей через стимулирование инициативы формирования личной гражданской ответственности за достижение высокого качества жизни. На сайтах госорганов и учреждений образования появятся разделы, где будут размещать информацию о мероприятиях, приуроченных году качества, а также будут публиковаться тематические обзоры в соцсетях.